Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского. Очень интересное решение приняли мелитопольские депутаты по поводу коллаборантов, которые изменили Украине и гнали за российским длинным фублем и решили, что на Украину можно наплевать и, собственно говоря, сильно крупно просчитались. Итак, мелитопольский горсовет принял практически единогласное решение. Заседание, кстати, состоялось онлайн. Понятное дело, что сейчас сложно как-то это все дело проводить в Мелитополе из-за оккупации. Да, но наше заседание было онлайн. Так вот, мелитопольские депутаты приняли решение о аресте любого майна, принадлежащего коллаборантам, которые сотрудничают с Кремлем. Автомобили, недвижимость, бизнесы, всего-всего-всего, что у них тут, как говорится, нажито и наворовано. Это еще один штрих к тому, что, о чем я уже рассказывал. Коллаборанты, которые хотели подзаработать на измене Родины, в результате останутся без ничего, потому что с русскими, а русские убегут из Мелитополя точно так же, как они сейчас бегут из Купянска, Шевченкова, из Балаклеи, и сбегут из Харьковской области, бегут из Херсонской области, они обязательно убегут из Запорожской той же области, из Мелитополя. Ничего им там не светит. Так вот, получится так, что вот эти люди, которые погнали за длинным фублем, останутся и без фубля, и еще в дополнение без свободы, без имущества, без ничего. Просто потому что так решил народ, так решил суд. А в Мелитополе уже положили этому начало. Ну, с чем я вас всех и поздравляю. Слава Украине!